Ну, пока Дима усаживается, наверное, придется нам сейчас в качестве эпиграфа. Дело в том, что я в качестве эпиграфа до программы приготовил одну песенку, а в перерыве пришла записка, на которую тоже надо отреагировать. Мало ли, вдруг... Это единственная записка, это единственная записка. Если мы не отреагируем, это будет просто невежливо. Вот она явно в тему. Тем более тема, которой начинается второе отделение, это русская проза 20 века. Да, она, конечно, там проза у нас, да, разная. Имена в этой песне все подлинные. Если кто не знает, задавайте вопросы. Вот, Фазиль, Юра, Белла. Ну, Юра, все знают, что это Трифонов, да? Что-то дождичек удач падает нечасто. Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить. Скоро все мои друзья выбьются в начальство. И, конечно, мне тогда станет легче жить. Робость давнюю свою я тогда осилю. Как пойдут мои дела, можно не гадать. Зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю, и на сердце у меня будет благодать. Зайду к Белле в кабинет, скажу: здравствуй, Белла. Скажу: дело у меня, помоги решить. Она скажет: ерунда, да разве ж это дело. И, конечно, сразу мне станет легче жить. Часто снятся по ночам кабинеты эти. Не сегодняшние нет, завтрашние да. Самовары на столе, дама на портрете. Просто стыдно по пути не зайти туда. Города моей страны все в леса одеты. Стук, не стук, а звук, звук пилы и топора трудно заглушить. Может, это для друзей строю кабинеты. Вот построят, и тогда станет легче жить. Да. И вторая. Это второй эпиграф. Тут имена отсутствуют, зато фамилии присутствуют. Юлий Ким. Господа и дамы, какое счастье, шмон. Российский жандарм, низкий вам поклон. В партикулярном платье ни шпор, ни портупей. Да здравствуют спасатели чистоты моей. Как вынесли Набокова, я громко зарыдал. Ведь я в какое логово маленько не попал. На крыле Солженицына за Бабкиным трюмо. И до конца проникся я, какое я дерьмо. Как вынули Бердяева из папиных штиблет, маленько стал оттаивать, наметился просвет. Как взяли Авторханова из детского белья, ну просто начал заново дышать и думать я. С
ужасными записками. Я сам достал тетрадь и все им дальше высказал, что думал написать. Спасателю у дьявола вы взяли свой реванш. Теперь я расатабула. То есть расатабула — это белая доска, чистая доска. А вам всегда карт-бланш. Белая карта — то же самое, что чистая доска, только смысл другой. Расатабула — это то, на чем можно написать, а карт-бланш — это белая карта, которая всегда готова на лучшего Джокера. Она способна заменить любую карту. Да, а теперь, собственно, о прозе. Да, интересно, что раздел «Русская проза 20 века» в программе, присланной мной Димой, была представлена одной песней, и, значит, в которой одного автора, в которой цитируется одно произведение другого автора. Интересно, что этого автора мы только что обругали, да? Цитируемого. Мужики, ищите Аэлиту. Видишь, парень, кактусы в цвету. Золотую песню расстелиты, поджидая дома красоту. Шесть дорог и... То есть семь дорог, и каждая про это. А восьмая пьяная вода. Прилетит невеста с того света, жениха по песне угадать. Прилетит невеста с того света, жениха по песне угадать. Разглядит с ракеты гитариста, позовет хмельного на века. Засмеется смехом серебристым и растопит сердце простака. У нее точеные колени и глазок испуганный такой. Ты в печурке шевельни поленья, а Элиту песней успокой. Ты в печурке шевельни поленья, а Элиту песней успокой. Все равно ты мальчик несезонный, ты поешь, а надо вычислять. У тебя есть важные резоны марсианок песней усыплять. На чужой планете ты ведь не был, на чужой не сиживал корме. Марсианка знает сыну неба, два крыла запутали в дерьме. Марсианка знает сыну неба, два крыла запутали в дерьме. Вот разлиты кактусный пол-литра, вот на Марс уносится изба. Мужики, ищите Аэлиту, Аэлита лучшая из баб. Не беда, что воют электроны, старых песен на душе поток. Застрелитесь, хаос, космос, хронос, не унять вам сердца шепоток. Застрелитесь, хаос, космос, хронос, не унять вам сердца шепоток. Ну, цитировался Алексей Толстой, Алексей Николаевич, его роман «Элита». А песня была Михаила Анчарова. И еще одна песня, как бы, того же автора. На стихи совершенно неизвестно, кто это такой. Владимир Смиренский. Все попытки пока что вот найти координаты наследников, куда делся человек. Написано в 42-м году, до войны. И страничка, которую мы открываем этой песней, это страничка совершенно романтическая вокруг Александра Степановича Гриневского, известного нам под псевдонимом Александр Грин. Это тоже проза 20 века.
городских таверн он встретил свой рассвет. Контрабандист и браконьер, бродяга и поэт. Он вышел в жизнь, как моряки, он слишком жадно шел, швыряя дни, как медики на стол. Швыряя дни, как медики на стол. Он много исходил дорог, пустых, как небеса, и алым пламенем зажег косые паруса. Норвежской шхуной шли года, пылая, как заря. Пред ним мелькали города и реки и моря. Пред ним мелькали города и реки и моря. Он слышал пенье звездных птиц, он видел смерть и кровь. Он слишком часто падал ниц, чтоб подыматься вновь. Он много сказов знал и сам умел их сочинить. Он верил девичьим глазам и успевал любить. Он верил девичьим глазам и успевал любить. Не раз в руке сжимая трость и шляпой скрыв глаза, он приходил, желанный гость, мгновенный, как гроза. И зябко, кутаясь в пальто, всегда угрюм один. Он был особый, как никто, и назывался Грин. Он был особый, как никто, и назывался Грин. Войдет, бывало, в кабинет, табак придвинет ром, и сразу входит странный бред в мой неуютный дом. Он мог повелевать цветам цвести в снегах зимы, как будто жил он где-то там, где не бывали мы. Как будто жил он где-то там, где не бывали мы. И думал я, что никогда бродяга и фантаст свои суровые года он смерти не отдаст. Он говорил мне: старина, я утонул в вине, но ты увидишь, что страна вспомянет обо мне. Но ты увидишь, что страна вспомянет обо мне. Вот, собственно, как тему поэзия 20 века, русская поэзия 20 века, можно было бы составить из песен Александра Галича, также тему «Неподалеку от Грина» можно было бы целиком фактически составить из песен Владимира Ландсберга. Поэтому чем я занимался из всяких гуманных соображений, так только решал, что вот эту песню ладно, я петь не буду, вот эту песню ладно, я петь не буду. Были высказаны совершенно справедливые претензии к тому, что вот я и даже сказали, Александр Николаевич, путаем слова тех или иных песен. Вот в следующей песне я рискую перепутать мелодию, только что, не то чтобы перепутать. Дело в том, что мне эту песню когда-то напел своеобразный Рабинович, звали его и зовут, к счастью, до сих пор Леонид Абрамович Акселерот. Обычный человек, играющий на гитаре, студент Ленинградского, когда-то Ленинградского университета, когда-то студент, когда-то Ленинградского университета. И поэтому песенку я слышал от него, и видимо, люди, замечательно знающие авторскую песню, может быть, знают какой-то более правильный первоисточник. Но слова там примерно те, я проверял. Александр Рубейкин. Да. Дорогие друзья, я являюсь, наверное, единственным человеком из присутствующих здесь, кто лично видел автора этой песни, Александра Рубейкина, который тогда работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидрогеологии и инженерной геологии, где тогда же работал я, это было в прошлом веке, вот в промежуток между 84-м
и тире 88-м годами. Тогда он еще был жив, работал там и жил в поселке Зеленый Ногинского района Московской области. Алые паруса, алые паруса, скрылся в жлет вам прощальный привет Зурбаган, в море нас ждет ураган. Шлет вам прощальный привет Зурбаган, в море нас ждет ураган. Пой веселей, капитан, морю отдай свою боль, скоро к лазурным придем берегам, встретит улыбкой соль. Скоро к лазурным придем берегам, встретит улыбкой соль. Наша судьба нелегка, ветер порвет с паруса, в море и жизнь, и покой моряка. Мы не хотим в небеса, в море и жизнь, и покой моряка. Мы не хотим в небеса. Пой веселей, капитан, морю отдай свою боль. Завтра к лазурным придем берега, встретит улыбкой соль. Завтра к лазурным придем берега, встретит улыбкой соль. Алые паруса, алые паруса, ага, скрылся вдали за кормой Зурбаган, нас не страшит ураган. Скрылся вдали за кормой Зурбаган, нас не страшит ураган. Пожалуйста, пример совершенно фольклорного бытования авторской песни. Услышал устно, перед, так сказать, спел, почти ничего не добавив. Наверное, ничего не добавив. Что там добавлять? И все-таки за Владимира Ландсберга. А эти домишки когда-то росли на горе, но к морю сходя вдруг однажды навеки застыли. Лет 200 так странно, под утро ни ветра, ни пыли. Ни злости, ни зависти, жалко, что лишь на заре. И утренней лошадью в город въезжала полон, и лошадь плясала, а в городе жизнь воскресала. Со всей колесницы топленая капала сала, прикрытая щедрым не в меру хозяйским теплом. И дружно дворняги вывешивали языки, не злые, а мокрые узкие флаги собачьи. И, прячась в тени, за кобылой бежали тем паче, что больше некуда было бежать от тоски. Нет, было куда той тропинкой, что шла сквозь леса, велась по ручью с каждым шагом другая, но та же. Девочка грустно кораблик несла на продажу. Но кто-то уже заприметил его паруса. И еще один автор, Михаил Трегер, «Молодежи сороковых». Мы вряд ли были страшны врага в нашем первом бою. Мы знали, в какой стороне Зурбаган, в какой стороне Гельгию, в какой стороне Гельгию. И были бои, и за ними бои, росли бугорки могил. Мы знали, в какой стороне враги, в какой стороне свои. Смещались стрелки координат, в кривь параллели шли. Мы знали, в какой стороне Ленинград, в какой стороне Берлин.
И был действительно страшен врагам последний из нас один, который вспомнил про Зурбага, как только вошел в Берлин. Мы вряд ли были страшны врагам в нашем первом бою. Мы знали, в какой стороне Зурбаган, в какой стороне Гильгью, в какой стороне Гильгью. На этом мы с темой Грина все-таки закончим. И что же, прям так сразу к Булгакову и перейдем. При этом надо сказать, что, конечно, Булгакова огромное количество всяких песен. Именно в плане у нас такой подзаголовок сегодня — литературные аллюзии. Вот по числу литературных аллюзий это тоже очень часто аллюзируемый автор. Вот, кто помнит аллюзия, чем отличается от реминисценции, те меня поняли. Вот. А это вот без всяких аллюзий. Роман с Черноты. Как медь умела петь в монастыре далече, ах, как звенела медь, обняв крутые плечи, звенели трензеля, летели кони спора меж белых стен Кремля и белых скал Босфора. Звенели трензеля, летели кони спора меж белых стен Кремля и белых скал Босфора. Зачем в отсвете лет, познавши толк в уставе, не в тот пошел я цвет, на масть не ту поставил, могил полны поля, летает сизый порох меж белых стен Кремля и белых скал Босфора, могил полны поля. Летает сизый порох меж белых стен Кремля и белых скал Босфора. Не лучше ли с Чагой мне было бы спознаться к родной земле щекой, в последний раз прижаться, стать звоном ковыля среди степного ссора меж белых стен Кремля и белых скал Босфора, стать звоном ковыля среди степного ссора меж белых стен Кремля и белых скал Босфора. Сказать, что в рамках гуманного отношения к публике я решил не петь «Патриаршие пруды» Вадима Егорова. Я, в принципе, был готов к этому, но я думаю, что все эту песню знают. Там очень подробно перечисляются герои знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Ну вот так красиво очень перечисляются. А еще мне кажется, что эта песня все-таки имеет знаковое значение. Вот мы ее не спели, но то можно пару слов о ней сказать. Да. Она имеет совершенно знаковое значение. Дело в том, что Вадим Егоров, мне кажется, автором очень чутким. И когда в 1987 году он написал эту песню, это значит, точно это стало можно. Точно. Хорошо. Давайте. Вот. Значит, теперь в наших новостях наконец-то мрачная полоса зарубежной культуры. Ой, да. Европейской. Не только. А не у только, нас не только европейской. Азиатской тоже будет? Нет, нет. Тут латиноамериканская. А, латиноамериканская, да. Остальная не я.
никогда не пел. Городницкий Гамлет. Владимиру Высоцкому в роли Гамлета посвящается. Нищета по всей земле и тщета, почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и тщета, почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и тщета, почему при короле нет шута? В небе птиц кружится стая, но вакансия пустая в штате датского двора, как вчера. Шут бы Гамлет отвлек, рассмешил, тот бы браться за клинок не спешил. Не лежал бы Гамлет в яме, а смеялся бы с друзьями и забыли бы про тень в тот же день. Окрик стражника во тьме, звон щита. Отчего при короле нет почему при короле нет шута? Меж камней ржавеют латы, спотыкаются солдаты и качаются вдали корабли. Был король совсем иной, старый лир, что себя своей землей обделил. В полновластии, в беделе был королем в самом деле. Шут и вечером, и днем был при нем. Каркнул ворон на скале, власть не та. Отчего при короле нет шута? В стороне, где нету чего там нету смеха, только крик разносит эхо, только лязганье мечей палачей. Нищета по всей земле и тщета, почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и тщета, почему при короле нет шута? Да, а вот следующую песню я никогда не пел, как бы так сказать, в публичном формате. И тут я надеюсь, Александр Николаевич Прилис, это все та самая песня. Да, я надеюсь, что я ее знаю, вот, но мало ли, да. Я люблю рассказывать о том, что я аккомпаниатор, у меня большой список аккомпанируемых, и среди вот этих вот рассказов у меня есть замечательная, на мой взгляд, такая вот вставочка. Как-то раз вышла одна кассета, на которой было указано, что я там аккомпаниатор. Я, там так и написано, гитара Александр Костромин. Это неправда, это не соответствует действительности. Я не аккомпанировал, я сидел рядом и перелистывал листочки рядом с автором. Но это наполняет мою душу, как и говорится, негой, конец цитаты, потому что автором был Алексей Петрович Охременко. Вот, и вот единственная фонограмма которого, записанная на концерте в центре авторской песни, где я сидел с ним рядом, перелистывал листочки, озаглавлена гитара Александр Костромин. Это очень греет. Вот. Хотя играл он там сам. Алексей Петрович был весьма изранен на войне. У него, по-моему, обе руки были раненые, и играл он на гитаре «Умца-умца» и, так сказать, три аккорда. Но я не буду играть больше. «Гамлет». Да, это до 1951 года написано. Да? То есть до авторской песни. Ходит Гамлет с пистолетом, хочет кого-то убить. Он недоволен белым светом, он думает, быть или не быть. Его ная мать согрешила и за другого пошла, а сапогов еще не износила, в каких она за гробом мужа шла. Офелия Гамлетова девчонка спятила товарищи с ума, потому что датская сторонка для народа хуже, чем тюрьма. Спятила, в речку сиганула, даже не сняла с себя наряд, и тут на кровь Гамлета подтянула,
и стал он их калечить всех подряд. И по расписанию Шекспира вынимал тут Гамлет молодец с ноженком составскую рапиру, наступал полонию конец. И тогда король, трясясь от гнева, в Лондон повелел его сослать. Стакнулась с ним и королева, разве ж это мать, такая мать? Был Гамлет упрям и непослушен, за себя двух корешей послал. Вскоре был один из них задушен, а другой так без мести пропал. Со зла Гамлет затеял постановку, чтобы сомнения разом разрешить, во дворце устроить подтасовку и в общей свалке кое-кого убить. Решил разоблачить он королеву, а главное прихлопнуть короля, самому отдать концы налево, а Данию оставить без руля. Весь двор смотреть собрался на пьесу, которой Гамлет автор-режиссер. Король не проявлял к ней интересу, но под конец до смысла он допер. На сцене королева подтаскуха, синильный мужа травит кислотой, льет из пипетки лярва прямо в ухо, небесную сияя красотой. Король смекнул, да улыбнулся глупо, и тут Гамлет, давай их всех кромсать. На утро там нашли 4 трупа, и то их невозможно опознать. Шекспир в машину и на поле боя, он моментально трупы опознал. И, несмотря на приступ геморроя, за сутки свою пьесу накропал. Больной Шекспир работал с увлечением, он делал деньги, подтянув ремень, и получили люди развлечение, а автор белый хлеб на черный день. И получили люди развлечение, а автор белый хлеб на черный день. Слушай, может быть, одного из Дон Кихотов моих-то, да? Вот это их там двое. Ну, их там двое. Не будем спеть всех Дон Кихотов, потому что Гамлет и Дон Кихот это как бы... старинная русская уже... забава. Да, старинная русская забава писать... кто из них был старше, это я уже забыл, да? Это где-то примерно все было вот параллельно, да? Нет, ну Гамлет, понятное дело, старше, он же вообще средневековый какой-то. Кимовского. Давай тогда Никитинского спою. Владимир Миляев, Валерий Миляев, Сергей Никитин. Копьем, мечом и кулаками, с баранами и ветряками сражаться едет Дон Кихот. Он едет тихо мимо стен и крови слабо освещенных, как много есть неотомщенных, а отомщенных нет совсем. И вмиг, когда сверкнет над ним латунный таз огнем холодным, смешное станет благородным, а благородное смешным. В тумане теплится восход, сражаться глупо и опасно, смириться может Санчо Панса, а Дон Кихот, а Дон Кихот. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла.
я должен сделать, ну, последнее, видимо, на сегодня признание подобного рода, что песню, которую я сейчас спою, я никогда не слышал в исполнении автора. Но тут прогресс, я хотя бы знаю автора. Ирина Руднева. Мне не удалось найти эту песню в записи, поэтому я пою в том виде, в котором она мне была передана Леонидом Абрамовичем Аксельродом. Мне не стыдно как-то повторить лишний раз имя этого человека, потому что вот благодаря ему я узнал довольно солидное количество песен, певшихся вот в 60-е годы в студенческих компаниях. Ну и он к тому же как-то пристрастил меня к водному туризму. Наступила эпоха больших скоростей, все торопятся жить без оглядки, даже в самом начале карьеры своей никогда не играют в лошадки. Но бывает, застынет толпа не дыша, и взрывается бомбою смеха. Эта тощая кляча везет не спеша Дон Кихота 20 века. Эта тощая кляча везет не спеша Дон Кихота 20 века. Их легко отличить от нормальных людей по готовности с мельницей драться, потому что они с Дульсинеей своей ни за что не желают расстаться, потому что они свою честь берегут, защищаясь в картонных доспехах, потому что они перед всеми в долгу Дон Кихоты 20 века, потому что они перед всеми в долгу Дон Кихоты 20 века. Их карманы пусты, их не надо латать, чтобы в них медики не копились, и возвышенных истин сомнительный клад все они отыскать подрядились. Синяков не считая, не слазят с коня и смеются, когда не до смеха. Так возьмите же в братство свое и меня, Дон Кихоты 20 века. Так возьмите же в братство свое и меня, Дон Кихоты 20 века. Шлем да панцирь да седло, бинт, бальзам, примочка, есть такое ремесло. Рыцарь-одиночка путешествуй там да сям, выручай кого-то и все время действуй сам. Вот и вся работа, одинокий паладин. Жалости достоин, всем известно, что один. В ополе не воин, что же гонит вдаль его? Где сидит пружина? Может, просто он того? Вот и вся причина. Право, если рассудить, это сумасбродство, плетью обух колотить. Что за Дон Кихотство? Смертным потом и зайдешь, и никакого толка, просто сгинешь ни за грош. Вот и вся недолго. Он скачет напролом, храбро и наивно, биться с подлостью и злом, а то жить противно. И ни славы никакой, и ни наград не надо. Что ж поделать, он такой. Вот и вся баллада.
Надо сказать, что я думаю, что именно благодаря Дон Кихоту, по крайней мере, в авторской песне, образ рыцаря, он какой-то такой непобедительный. Победительных рыцарей как-то вот я что-то не припомнил. Вот еще один такой же, явно с каким-то донкихотскими замашками. Андрей Напилов. Открыл окон, открыл закон, один злодей. Закон простой, как груша. Из двух людей всегда сильней бывает тот, кто хуже. А если в споре, господа, сойдутся две идеи, то победит, конечно, та, которая подлее. Да-да, увы, подлее. Графиню граф придет, поддав ему же морду лупят. Ведь прав в семье не тот, кто прав, а тот, кто меньше любит. Кругом мерзавцу благодать, а доброму мученье. Но есть одно ядрено, мать, в законе исключение. Одно есть исключение. Зеленый свет над мостовой, копытный цок от дробный, то скачет верный рыцарь твой, талантливый и добрый. Не уважает он закон, и битвы обожает, и хоть давно с тобой знаком, тебя не обижает. Совсем не обижает. Вот он закусит у дела и узел перерубит, поскольку добрые дела он с детства делать любит. Он скажет, стыдно быть слабей, покуда дело право. Пора бы рыцарствовать умней, хотя, конечно, право. Конечно, рыцарь, браво. Я ходил, как по ножу, влезал в стальные латы, но вот в глаза ее гляжу с улыбкой виноватой. Зачем, как в рот воды набрав, молчи, смешные люди? Ведь прав из нас не тот, кто прав, а тот, кто меньше любит. Колониальности. Ну да, тоже это как-то никогда не пелось. Да. Не, ну весь Городницкий, в основном за редким исключением, никогда не пелось. Окрестности в пожаре пылают за окном. Так, это черная стрела, если это сам война алые и белые розы. Всякие аллюзии, реминисценции, связанные с Брежневым, Ельциным, выборами в Думу с Чеченской войной, не имеют под собой никаких оснований. Окрестности в пожаре пылают за окном. Король наш старый Гарри подвинулся умом. На нивах опаленных зерна не соберешь, летят отряды конных, вытаптывая рожь. К чему страдать, трудиться, все пущено на слом. Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI. Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI. Ту-тум-ту-тум-ту-тум-ту-тум-ту-тум-ту-тум. Чье над полками знамя, о чем ведется торг? Кто править будет нами, Ланкастер или Йорк? Какого нам вельможи не прочь от короля? Для нас одно и то же, неволя и петля. Милорд наш веселится, да мало толку в том. Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI. Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI. Та-там-та-там-та-там-та-та-та-та-та-та-та-та. Всюду запах гари, покинуты дома. Король наш старый Гарри совсем сошел с ума. Даст тебе Создатель дожить до старых лет. Бросай саху, приятель, берись за арбалет. Стрела летит, как птица, повсюду ляск и стон. Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI. Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI. Та-там-та-там-та-там-та-там-та-там. Не дай вам быть женою при Генрихе VIII. Это хорошо, не да. А что ж там дальше-то у нас? А дальше я... Дальше.
Неужели опять я пою? Да, 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 а, гениальная песня, да. Вот, ну, Англия, она так вот, кто победил, я не помню, то ли алая, то ли белая, то ли ланкастеры, то ли йорки, и, но дожили они до 19 века, и в 19 уже веке, и даже, по-моему, в начале 20-го, застал ли он начало 20-го, был певец этого самого британского империализма, Рэдьярд Киплинг, которого чрезвычайно любят за песню «На далекой Амазонке не бывал я никогда». Весь советский народ. Это замечательная песня о том, как весь советский народ мечтает уехать в Бразилию. У того же Виктора Семеновича Берковского есть не менее знаменитая песня. Песня «Шагом-шагом под британским флагом». Вот. А на стихотворение новеллы Матвеевой. У меня в послужном списке значится несколько попыток в оппонирование Виктору Семеновичу петь полный текст новеллы Матвеевой, а не то... Какую половину? Значит, Берковский выкинул из текста все содержание, все. Вот остальное спел. Вот теперь, значит, будет содержание плюс немножко Берковского, да. Ты называется песня Киплинга. Ты похлопывал гиен дружески по спинам, родственным пожатием жало кображал, трогал солнце и луну потным карабином, словно прихоти твоей мир принадлежал. Кроткий глобус по щеке потрепав заранее, ты, как столб заявочный, в землю вбил приклад, свил поэзии гнездо в той смертельной ране, что рукою зажимал рядовой солдат. Песня шагом-шагом под британским флагом навстречу пальма пыльная плыла издалека. Меж листами кровь закат, словно к ране там прижаться растопыренными пальцами рука. Брось, не сетуй, Томми, о родимом доме, бей в барабан, бей в барабан, и Томми не грусти. Слева слава, справа слава, впереди и сзади слава, и забытая могила посреди. Но прихрамывая шел Томми безучастный, без улыбки, без души, по земле чужой. И смутили Томми слух музыкой прекрасной, чтоб с улыбкой умирал, убивал с душой. И взлетела рядом с пулей со снарядом песенка о добрых кобрах и дневных нетопырях, об акулах благодарных, о казармах светозарных и о радужных холерных лагерях. Сколько, сколько силы в этой песне было, сколько жизни в честь могилы, сколько истины для лжи, постижим, но не постижим. Привязал, так отпусти же, отпусти нас или крепче привяжи. Песня все на свете, дышит песней ветер, говор ганга, гомон гонга, а мерный шаг слона, но не спеть нам ни единой, ни единой лебединой, ибо в песню вся планета впряжена. Ноги черные сложив, как горелый крендель, на земле сидит факир, заклинатель змей, встала кобра, как цветок, и на пестрой флейте песню скорби и любви он играет ей. Точно бусы в три ряда, у него на шее спит гремучая змея, зло приглохло в ней. Властью песен быть людьми могут даже змеи, властью песен из людей можно делать змей. Так прощай, могучий, дар напрасно жгучий, уходи, и нет, останься, слушай, что наделал ты, ты наделал.
на низшей безопаске, нестареющие краски на изъеденные временем холсты. Песни шагом-шагом под британским флагом навстречу пальма пыльно плыла издалека. Меж листами кровь закат, словно крани там прижаться растопыренными пальцами рука. На этом фоне почти игрушечный солдат Киплинга, Юрия Кукина. И надо сказать, что вот Киплинга помнят все. Киплинги на киплинговские мотивы пишут, но сейчас, если раньше все-таки был какой-то такой явственный налет романтики всего этого солдатского дела, то сейчас как-то все больше и больше попадается скорее такой налет военщины. Вот, скажем, того же Медведева. Опять тобой дорога, желания сожжены. Нет у меня ни бога, ни черта, ни жены. Чужим остался запад, восток, не мой восток, не мой восток, а за спиной запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра, иначе, чем вчера. Победа, как расплата, зависит от утра. 13-м солдатам умру, и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесят все палеты, оставшимся страна. И к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна. В бойских сапогах и миражом пустыни, сраженный наповал, иду, как по трясине, по чьим-то головам, иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик, я Киплинга солдат. Вот, на этом у нас, похоже, закончилась всякая именная такая зарубежка, которой можно было посвятить какие-то отдельные разделы. Началась зарубежка просто. По стихам новеллы Матвеевой, музыка Александра Барьюдина. Когда одна я совсем одна, и нет меня в мире одни. И так высоко стоит луна, что земля темна и при ней. И холодный ветер пахнет травой, и веки смыкаются в полусне. Тогда является мне на стене река и чум теневой. А в том челне старинный Квин стоит в полуоборот, и садится он, и ложится в челнок, и плывет, закурив, плывет. В лучах пароходов и городов, на усах световых систем, один одинешенек одинок становится точкой его челнок, но не может исчезнуть совсем. И все на попутных и встречных плотах остроты ему слышны. И Гек прислушивается, привстав, они ему тоже смешны. Но один, один, все равно один, да и я все равно одна. И мысли тихие наши легки, ведь нет Гекфину твоей реки, ни берегов, ни дна. Там вот Игорь, он как-то встал, это значит два. Либо нужно закрыть окно, чтобы не летели птицы, либо он намекает, что пора заканчивать, а мы и так скоро заканчиваем. Пора?
Не наш, просто песенку пою. Просто песенку. Что у нас? Вот, а дальше у нас концовки. Жюль Верн. Пока в печи горят дрова и робок свет дневной, и мерзнет желтая трава под снежной пеленой. Пока в печи горят дрова, собравшись за столом, раскурим трубки, но сперва мы друга помянем. Плывет он в этот час ночной, неведомо куда, над непрозрачной глубиной идет его звезда. Пока в печи горят дрова и ждет его жена, пусть будет нынче голова и цель его ясна. Пусть над холодной зыбью вод, где пропадает след, его от стужи сбережет шотландский пестрый плед. Пускай пусть в этот день и в этот час среди ночных дорог его согреет, как и нас, шотландский теплый грог. Там ветры злобные свистят, и пенная вода, и льда повисла на снастях седая борода. Пока в печи горят дрова, собравшись за столом, про всех мы вспомним, но сперва подумаем о нем. Пока свирепствует нордост и стынет бересклет, провозгласим свой первый тост за тех, кого здесь нет, за тех, кого в чужих морях от милых мест вдали, вселяя в сердце боль и страх, качают корабли. Пусть сократится долгий срок, что им разлукой дан, пусть возвратит на свой порог их грозный океан. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, зальем за здравные слова мерцающим вином. Пусть сократится долгий срок, что им разлукой дан, пусть возвратит свой порог их грозный океан. Пока в печи горят дрова и вьюга за окном, зальем за здравные слова мерцающим вином. Опять-таки подумалось мне, что как-то вот писатели, которые послужили поводом для создания песен, они как-то вот закончились где-то примерно в 60-70-е годы. Потому что чего-то так более позднего я не вспомнил. Поэтому вот тема Габриэля Гарсиа Маркеса, она будет таким завершением всего этого нашего пиршества, если там не интеллект, а то, по крайней мере, воспоминаний о том, что когда-то мы читали. И первую песенку написал Леонид Ваксман. Написал он ее в обстоятельствах весьма своеобразных, по его собственным рассказам. Подрабатывал он руководителем школьного ансамбля. И для того, чтобы школьный ансамбль мог петь что-то, по мнению руководителя, хоть сколько-нибудь достойное, он сам сочинял песенки. Вот. И сочинил несколько, как он сам выражается, песенок комиксов, где просто так довольно бегло излагались основные там, сюжетные события или какие-то еще некоторые события тех или иных произведений. Вот это такой микс из произведений Габриэля Гарсиа Маркеса. Значит, поется это тоже, я аутентично спеть не смогу, потому что, значит, мы когда-то пели эту песенку, не зная авторского варианта, пели так весьма задумчиво и даже излишне вдумчиво. Приехал Леонид и спел эту песню, вот так вот он, как, эх, как он ее спел. И все, я понял, действительно, надо петь так. Вот как он. То, там, поскольку для школьного ансамбля, поскольку сам автор был молод, там есть такие спорные глагольные формы, как, скажем, глагол «не садят маниоку». То есть вот они что делают? «Не садят». Могли бы садить, а они ее не садят.
не судят, да. В парусах родился ветер, и песком присыпал посох, и сухие корешки на камнях. Габриэль Гарсия Маркес, закурив сигару, бросил и решительно вскочил на коня, на коня, на коня. Конь узду зубами гложет, в небесах летает кондор, игуаны выползают на свет. Люди с бронзовою кожей, основавшие Макондо, в одиночестве живут сотню лет, сотню лет, сотню лет. С неба рушатся потоки, ураганы сносят крыши, муравьи съедают бедных сирот. Здесь не садят маниоку, и полковнику не пишут, потому что почтальон не пройдет, не пройдет. Но пасара, не понятно откуда совершенно, и сраженные ножами, мертвецы не умирают, их в шеренге расставляет туман. Люди ходят под дождями и друг друга убивают, и все громче лупит дождь в барабан, в барабан. Ждет земля небесной кары, у солдат ржавеют каски, листья с пальмы опадают, шурша. Габриэль Гарсия Маркес выбрал новую сигару и нахмурясь закурил. Не спеша, не спеша, не спеша. Дальше, значит, летит кондор. Вот, и куда менее громкая, но куда более глубокая песенка. Да, это, видите, это как попытка заглянуть назад. Александр Громов. Дорогу надо найти, что в начало ведет, и если вновь не свернет, то на исходе пути я увижу лед, тот, что принес Мелькиадес. Должен быть, только усну, и я успею еще теплым ткнуться плечом в твои колени, Русу. Но я не знаю, где, где-то дорога в Макондо. Значит, надо искать меж трамвайных путей, в лицах спящих детей, в белом поле листа. За моей спиной сомкнется пряная сельва. Но опять я стою на перроне метро среди подземных ветров, твою тоску узнаю. И знаю я один, откуда бабочек столько. Уже на самом краю терпеть я больше не смог, и да поможет вам Бог понять беспечность мою. Я с ветром налегке, на простынях улетаю.
Ну, собственно, осталась ровно одна песня в качестве финальной. Дима, может быть, нам пришла еще записка, кстати. Мы будем реагировать или как? Или уже не будем? Будем, да? Ну, придется среагировать. Правда, это уже... Мы проехали Стивенсон это, да? Это уже не «Черная стрела», а наоборот «Остров сокровищ». Наоборот, хорошее слово. Наоборот. Да, наоборот. У меня была книжка, состоявшая ровно из этих двух произведений. Анатолий Иванов. Она песня о старом пирате Билли Бонсе. Море гладит берег волной, танец крабов тих и угрюм. Видишь, под скалой хижина стоит, как покинутый корабль. Подойдем тихонько к нему, осторожно глянем в окно. Желтый луч свечи, стул у очага, кто-то сгорбился у огня. Это старый Билли пират, сын морей, а ныне старик. Он уже давно здесь живет один, ведь ему без моря не жить. Он поправит жаркий огонь, он закурит трубку свою, он прищурит глаз, сядет у огня и затянет песню свою. Я летучий корсар, я скиталец морей, помнят бури мой призрачный взгляд. Много встретилось мне на пути кораблей, но никто не вернулся назад. Но никто не вернулся назад. Словно звон похорон, мой печальный призыв прозвучит над полями зыбей и примчит к берегам молчаливый прилив. Только щепы обломанных рей, только щепы обломанных рей. Море гладит берег волной, танец крабов тих и угрюм. Видишь, под скалой хижина стоит, как покинутый корабль. То ли я куплет пропустил, не помню, да. Что? И концовка. И концовка. Неожиданно. Юрий Висбор. «Спутники». По прекрасному Чёрлёнису, иногда по Остроухову, мчались мы с одной знакомою. На машине «Жигули» заезжали к Левитану мы. В октябре его пожухлые направляли
Отправились мы к Волошину, заправлялись как могли. По республике Цветаевой, через область Заболотского, Станишна высоковольтная, а Куджавская струна, поднимусь даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пика Барда Пушкина и вершины Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили топь Сафроновскую по боку, двор заезжий Долматовского и пустыню Налбалдан. Между Грином и Волошиным на последнем переходе мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром, и собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И представьте, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову, по прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову. Спасибо. Огромное вам спасибо. Да, за то, что вы подвергли себя этому. Мы и сами-то, в общем, с некоторой неуверенностью подвергали себя этому. Что ж говорить о вас. Да. Всего доброго, до новых встреч. Если вы хотите продолжения, обращайтесь к администрации Гипериона. Счастливо!